Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, те, которые смотрят мой канал, с вами Раск, мы продолжаем играть в такую замечательную игру, как Subnautica. У нас сегодня в планах, наверное, собрать глайдер. Это такой мопедик небольшой для передвижения на краткие дистанции. Если получится собрать еще и мотылька, это такой транспорт, будет вообще замечательно. Ладно, начинаем. Так, заныриваем. Нам что для этого надо? Нам для этого надо сейчас поплавать, поискать какие-нибудь остатки, вот эти ошметки, если получится. Вот у нас тут где-то тут было что-то такое. Так, это мы исследовали, вроде да. Так, это у нас где? Это мы пока не можем. Так, ладно, сейчас выныриваем. Выныриваем, чтобы подышать, а потом заныриваем обратно. Так, что нам тут надо? Вот, по-моему, вот дверь. Открываем ее. Угу. Так, мы тут уже были в прошлой серии. Но теперь у нас есть ремонтная штука. Сейчас мы тут починим. Ага. Открываем. И вот у нас тут, по-моему, глайдер. Опа. Вот у нас теперь есть глайдер. Есть также фрагмент сборщика транспорта. Он нам тоже понадобится. Так. Вот четверка. Что мы тут еще можем сделать? У нас тут есть? Нет. Это мы не можем. Так, здесь тоже ничего уже нету. Ничего полезного. Это там у нас, по-моему, должен быть выход. Из... Так. Где тут у нас получается? Вот это действительно выход. Это вот сюда мы проходили с помощью той штуки. Так. Теперича. Где тут у нас наша? Вот она. Надо сделать глайдер этот, чтобы нам было легче, мы быстрее передвигаться, быстрее будем заныривать, быстрее все это делать, чтобы не тратить драгоценный кислород. Так, заодно нам надо сейчас... Так, голосовой журнал не то. Это тоже не то. Вот. Управление сигналами. Ставим что-нибудь где-то вот, наверное, желтую такую. Вот у нас тут, что мы можем сделать. Все это новые вот эти вот, что мы можем. Так. Смотрим, что тут у нас. А, ребризер. Ребризер — это хорошо. Так. Где тут у нас... Инструменты — это не то. Снаряжение. Нет, это не снаряжение, это размещаемые объекты. Вот батарейка, смазка, медный провод, титан. Батарейка. Так, это мы возьмем, это понадобится. Титан, смазка у нас делается из этого. Так, медный провод — это еще одна медь нужна. Точнее, две штуки меди. Так, вот у нас там этот провал. Оп. Вот еще одна медь есть. Хорошо. Теперь нам надо для батарейки, надо запомнить, где тут эти вот два гриба. Ага. Куда ползем? Ползем мы куда-то сюда. Хм.
Так, заодно сразу собираем. Оп. Отлично. О! Хорошо-то как. Вот сразу серебро. Золото. Оу. Свинец тоже нам понадобится. Потом. Так. Титан. Куда теперь? Куда теперь? Теперь надо нам вынырнуть, чтобы подышать. И после этого сейчас мы заныриваем, берем вот эту вот штуку, одну гроздь. Нам она понадобится для того, чтобы сделать смазку. Не ту смазку, о которой вы подумали, а силиконовую. Так. Угу. Теперь ича. Что нам еще там надо было? Так, наверное, надо еще парочку водорослей на сетчатое волокно. И вот, что тут у нас тут есть. Так, напохавать надо еще вот этих хапнуть. Оп. Ну. Оп. Ну. Летяга. Раз. Летяга два. Ну. Оп. Оп. Вот еще одна есть. Как раз можем медный провод сделать. И заодно будет еще немного титана. Так. Оп. О, еще и серебро. Замечательно. Вы, ну, мне пишите в комментарии, какие игры вы бы хотели еще увидеть. Может быть, чуть-чуть позже я через Google Docs выложу полный список того, что у меня есть. Вы мне пишите. Я обязательно что-нибудь да поснимаю. Как только видео наберет, допустим, 30 лайков по Subnautica, я что-то такое же выживалку какую-нибудь или бродилку какую-нибудь позаписываю. Вот. Так, теперь нам надо всплывать. Надо всплывать. И плывем-ка мы теперь уже до этой. Обожаю вот этот вот легкий стёб от моего ИИ. Как бы так. Делаем смазку. Делаем волокно. Дальше делаем батарейку. Делаем провод. Делаем теперь глайдер. Вот теперь у нас появился глайдер. Хм. Так, ставим, по-моему, вместо чинилки. Так, изготовить. Наверное, нам надо еще... Не знаю, наверное. Так, на ребризер что, комплект проводов нужен? Окей. Вот, комплект проводов. Потом делаем летягу раз. И соленую летягу два. Теперь делаем ребризер. Оп. Вот мы его одели. Теперь будет эффективнее. Так, наверное, надо будет сейчас еще... Так, водичка у нас есть, водички у нас нет. Окей, приготовленная летяга, соленая. Приготовленную мы едим. Соленую мы выкладываем. Титан выкладываем, золото выкладываем. Свинец выкладываем. И один этот тоже выкладываем.
изготовить ресурсы, стекло сразу, чтобы у нас было. Стекло мы тоже выкладываем. Так, у нас тут что есть? Титан берем 4 штуки. Изготавливаем контейнер. Берем вместо маяка пятерочку и так поднимаемся. И так, 5. Оп. Нет, надо взять его. Так. И куда-нибудь вот сюда вот выложим. Название меняем на сундук. Вот. И сюда, может, наверное, потом выложим что-нибудь. Так, это ставим на пятерочку. Найдем что-нибудь интересное. И теперь показываю, как работает. Вот он так вот выглядит. Можно показывать рельеф. Но это нам сейчас не надо. Нам нужен просто вот так. Вот так вот, чтобы он был. Надо поискать соль теперь. Надо поискать соль и красные равнины. Так, вот соль. Соль нам нужна для того, чтобы мы могли сделать очищенную воду. Вот. Вот, по-моему, тут уже начинаются красные равнины. Так. О, какие тут интересные эти всякие. Вот, можем сделать второй кварц теперь. Точнее, кварцевый. Стекло. Ну, оп. Еще одна медная. Это хорошо. Еще одна соль. Куда нам теперь надо? Нам надо поискать этот. Так, нет. Оп. Резак. Ну. Вот. Конечно, то, что прыгает, это неудобно. О, вот теперь и резак есть. Так, теперь надо всплывать. Теперь это будет гораздо меньше времени. Вообще, надо будет потом еще, если я буду исследовать что-то такое вот глубокое, надо будет ставить еще и этот насос на самом-то деле. Тогда можно будет подзаряжаться на ходу, что называется. Так, куда нам теперь надо? Нам надо практически на самое дно. Тут что у нас валяется? Что это валяется? О, вот фрагмент мотылька. Это вот этот вот транспорт. О, один из трех. Окей. Так, берем снова кварц. Хуже не будет. Это просто титан. Еще кварц. Еще кварц. Соль. И еще соль. А это у нас что? О, это фрагмент комнаты сканирования. С ее помощью потом можем находить всякие ништяки очень быстро. Капсула времени. Ага. Смотрим, что тут у нас есть. Оу. Так, инвентарь. О, вот как раз водичка попить. Так,
И куда теперь двигаемся? Куда двигаемся? Это, по-моему, не красные равнины. Это я куда-то вообще не в ту степь полетел. На самом-то деле. А это что? Это, по-моему, реактор. Да. О. Он у нас есть теперь. Можно будет построить потом. Но потом. Для начала нам надо еще комнату большую найти. Выныриваем. Подышать надо. Уф. Замечательно. Так. Куда нам... О-о-о. У нас тут есть интересная штучка. Надо будет сейчас все это заисследовать. Фрагмент комнаты сканирования. Оп, это нас там обстреливают, да? Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Что тут у нас есть? О, золото. По-моему, это опять мотылек. Следуем. Опять всякий металлолом. Так, что тут есть? Ничего нету. Вот опять комната сканирования. Можно сказать, что у нас уже будет скоро хорошая вещь. Так, это мы заисследовали. Барный столик — это чисто декор. Фактически-то. Вот. Это мы заисследовали. О, еще мотылек. Замечательно просто. Так. Так. И еще мотылек. 44 секунды. Надо не забыть подышать будет. Вот еще два титана. Это мы уже исследовали. 30 секунд. Надо найти вход сначала, потом выныриваем на... Так. И вот. И пошли наверх. В темпе. Опа. Просто выныриваем, дышим. И заныриваем обратно. И в темпе смотрим, что мы можем найти тут интересного. Оп. Вот, фрагмент зарядного устройства. Ой, нет. Выныривать я даже не буду. Взрыв, конечно, эпичен, но совершенно без... Ай. Оп. Вот, мачта еще осветительная. Хорошо. О, еще водичка. Ау. Воу-воу. А что тут у нас есть? Сверхскользкие ласты. Хорошо. Так. Это у нас что тут? Что тут у нас валяется-то? Жаль, нельзя забрать с этого. О, еще водичка. Вообще замечательно. Ага. Четверка. Тут надо вырезать. Нет, мы пойдем сейчас сначала подышим. И потом будем заныривать в этот. Снова смотреть, что у нас там есть. Интересного. Так. В этот надо будет заныривать не просто так, а в этом проползать.
через туннель. Вот у нас туннель. Вот через него. Ага. Смотрим, что у нас есть. О, как хорошо. Я как раз хотел воду сделать. Так, зарядное устройство. Модификационная станция, это потом для модификации всякого этого. Кресло. А, пропульсионная пушка нам тоже понадобится. Что тут у нас еще возможно? Здесь ничего нету, здесь ничего нету. Это тоже ничего нету. Это надо вырезать. Нет. Просто выныриваем. И ищем еще такую штуку. Так, это мы брали. Тут ничего интересного нет уже. Ну, оп. Оп. Теперь берем наш глайдер, всплываем, чтобы подышать. 3, 2, 1 метр. И теперь нам надо искать, что тут есть хорошего и интересного еще. А, наверное, где-нибудь. А, так, вот это что у нас тут есть? Опять резак. Резак нам не нужен. А, смотрим, что. А, место еще есть. Надо попить. Ага. И... Оп. Нет. Надо вот этот. Оп. Взяли. Не то. И куда мы тут идем? Оу, какое интересное место. Но глубоко. Ой, глубоко. Что тут у нас есть интересного-то? А ничего тут у нас интересного-то и нету. А ведь это все надо собирать этим. Это все надо собирать этим. Ой, а это что? А, это косяк. Косяк рыб. Оп. Оп-оп-оп. Много тут всякой этой дряни. Вот, надо это взять. Ау. О, литий. Замечательно. Еще свинец. И всплываем. Всплываем. Срочно всплываем. Ой, надо было просканировать все-таки этот сланец. 50 метров и 12 секунд. Оп. И плывем до нашей базы. Надо будет сейчас полечиться и, наверное, в другую сторону, в следующую. Поплыли. Наверное, построить базу надо. Самую простенькую. Для этого нам нужна еще опять-таки медь снова. У нас медь есть? Медь есть. Надо два этих теперь. О, а вот реактор. Замечательно. Ну, биореактор. А, я же его уже исследовал. Пардон. Этот мы уже смотрели. Оп. Еще соль. Сколько у нас всего соли? 1, 2, 3, 4, 5. 5 соли. Серебро. О, еще медь. Отлично. Еще соль. Уже 6 соли.
3 меди. Надо, наверное, сейчас будет так. Берем этот и плывем в темпе до... Нет, надо вот, наверное, пузырь словить. Пузырь словили. Еще один пузырь словить надо. Оп. Ну. Ну, опа. Еще одна соль. И надо вот этих вот. Оп, 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 оп. А, так, раз, два, три, четыре. 5, 6. И ну опа, можно теперь заныривать сюда. Так, это мы убираем. Изготовить ресурсы, материалы. Сначала антисептиков сделаем на все, что есть. Так, позволяет дезинфицировать воду, это получше водичка будет. Угу. Так. О, убираем, смотрим. Угу. У нас сколько соли? О, еще даже одна соль есть. Готовить, еда. А, соленый пузырь. Делаем, очищаем просто с пузыря, делаем обеззараженную воду, две штучки. И теперь можно выкладывать. Так, переложить, переложить. Это мы пьем, это мы перекладываем, это тоже перекладываем. Три штуки сколько есть. Так, раз, два, три, четыре, пять. Берем кварц. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять этих ресурсов мы делаем. Стекло три штуки. Так. Делаем титановый слиток. Он нам еще понадобится. Делаем. Нет, пока не делаем ничего. Противорадиационный костюм. Инструменты. Что у нас тут? Резак, алмаз нам еще долго не светит. А это что? Смазка, энергоячейка. Для энергоячейки нам нужна резинка и две батарейки. Так, 4. Резинка-то у нас есть. Резинки у нас нет. Перекладываем. Антисептик перекладываем. Золото перекладываем. Так, наверное, все-таки надо будет сделать сейчас этот. Что нам надо для строителя? Строитель. Комплект проводок, микросхема, батарейка. Так, 6. 6 грибочков. Так, нет. Вот. Комплект проводов. Делаем. Блин. Блин, блин, блин. Ладно, вот медный провод. Так. Батарейка. Надо идти. Оп. И плывем-ка мы до этих. Собирать. Вот он. Раз, два, батарейка. Раз, два. Раз, два. Сразу, чтобы не ходить потом. Где тут у нас сундучок наш?
А вот он. Сундук. Перекладываем сразу. Оставляем только два гриба. Это тоже сюда перекладываем. Это тоже сюда. А нет, это мы все-таки возьмем. Угу. Так. Делаем батарейку. Так, вот батарейка. Можем теперь сделать строитель. Или нет? Микросхема. Микросхема. Так, золото и два пластинчатых. Золото у нас есть. Два пластинчатых. Теперь. Ага. Так. Где тут у нас был? О, был этот. Вот он где. Оп. А нет, просто титан. К сожалению. Оп. Ну, образец. Раз. Два. Второй образец. Угу. Делаем. Электроника, микросхема. И теперь делаем строитель. Так. Что нам надо для этого? Титановый слиток, смазка, две энергоячейки. Значит, надо еще. Что нам надо еще? Энергоячейки. Так, нужна медь. Вот, самое главное, самое важное. Так, вот это мы берем. Тут мы отмечаем в качестве пятерки. И, наверное, так. Где тут у нас? Нам надо в ту сторону. И плывем в ту сторону. А у нас тут... Ага, вот он где. Металлолом. И вот мы где-то вот здесь вот, наверное, поселимся. Как раз тут, ну, очень удобный такой этот биом получается. Достаточная глубина. Так. Эйть. Вот. Оп. Делаем фундамент. Без фундамента никуда. А, наверное, еще сделаем один. Нет, свинца уже нету. Т-образный отсек. Так. Вот. А, нет. Нет, нет, нет. Так. А, нам просто кварц нужен. Будет. Так. А, что нам тут еще? А, вот он где. Оп. Медь. Еще кварц. Так. Еще кварц. Где? Куда? Что? А, нет, это не то. Это не то. Оп. Вот титан не хватающий. Так, еще медь. Оп. И теперь резко всплываем. Оф-ух-ух. Так. И заныриваем обратно.
Так, строим. Так. Теперь нам надо... А, нет, два титана нам надо. Внешние модули. Кварц. Так, вот это точно нам надо. Так. Оп. Теперь нам надо титан. А вот у нас и титан фактически. Мотылек у нас исследован, так что у нас есть этот. Оп. Еще титан. Еще титан. Еще титан. Ух-ух-ух. Ну что нам еще тут надо? Еще... Вот, вот. Золото. Я, в принципе, неплохо так разместился. У нас тут неподалеку будет еще и спуск в этот. Опа. Так. Оп. Серебро. Оп. Еще серебро. Еще титан. Еще этот. Еще соль. Еще соль. Так, переключаемся и всплываем. Всплываем. Дышим. Заныриваем. Что мы можем? Так, достраиваем обязательно солнечную панель. Теперь нам надо... Так, это нам не надо. Это тоже нам не надо пока что. Это декор. Нам нужен вот люк. Вот так. Оп. Теперь внутренние модули. А, вот. Не надо. Титан, золото, образец пластинчатого коралла. Так. Титан. У нас титана-то потенциально много. А фактически-то его и нету. Так. Вот образец коралла. Его надо обязательно. Оп. А это что? О, фрагмент глайдера. Вот нам и титан. Оп. И в темпе, в темпе, в темпе. Так, что мы тут делаем теперь? Теперь мы делаем этот, как его, изготовитель. Вот так, изготовитель. И перерабатываем комплект проводов сначала. Основные и титан. Делаем титан. 12 титана у нас есть. Так. И воздушный насос. И не надо. Так. Смазка. Энергоячейка. Основные материалы. Так, что у нас тут есть? Так, еще одна медь нужна. Хотя нет. Вот, медный провод. А, блин, медный провод
Надо это считайте, что еще надо минимум этот минимум один. Видите, что у нас тут есть? Так, это выключаем. Ну и просто точек такой. Ладно. Эх. А вот и этот, который позволяет нам дышать. Так. Видите? Еще. И теперь опа, а это что у нас? Гравиловушку мы, по-моему, исследовали. А нет, вот только что. Ау, надо быстро. Так, вот у нас есть, замечательно. Теперь нам надо. Оп. Так, титан мы взяли. Мозговой этот есть? Есть. И вот еще ловушки тут. Ага. Еще титан. Еще титан. Стойка. Давай исследуйся. Еще титан. И что мы можем еще сделать? Что еще тут можно заисследовать? А, ничего больше нельзя. А, тут слишком много всего этого. Оп. Куда нам теперь надо? И зачем нам сюда надо? А, да, мы же хотели смазку сделать. Так, дышим. Эй, не кусай меня. Так, 9% всего энергии. Так. А у нас места-то нету. И так, ладно. Двигаемся тогда на переработку. У нас тут неподалеку есть, в принципе, база, но нам надо именно вот сейчас взять еще этот, подлечиться. Так. Изготовитель. Объекты. Ресурсы. Не то. Вот батарейка. Вторая батарейка. Что там надо для резины-то? Одна гроздь семян на две резинки. Ах, вот как раз. Так. Берем немножечко. Так, это и вот этого. Так, едим, пьем и, наверное, еще едим. Так, ладно, берем. Едим. Так, эти надо выложить, наверное. Отложение соли. Так. Еще парочку этих берем. Так.
Где тут вот? Вот они. Взяли. И двигаемся опять до нашей этой. Фу-фу-фу. Так, изготовление, ресурсы, силиконовая резинка, энергоячейка. Что нам там надо? Слиток и смазка. Слиток берем. Это мы берем. Используем. Смазка. Нам надо еще одна гроздь на смазку. Оп. И плывем обратно опять. Ага. Так. Так. Смазка. Места-то хватит для него. Должно хватить. Не хватает. Так. Выкидываем. 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 Сейчас должно хватить. Так. Мы ставим на четверочку. А это где тут у нас? Это ставим на пятерочку. На троечку и... так, где тут у нас этот? Вот нам в ту сторону. Где тут у нас этот наш местечко? Опа, закончился. Выбрать. Ага, так. Что мы можем сделать? Сейчас мы разместим этот маячок с надписью «База». Оп. Так. Радиомаяк 1. База 1. Точнее, номер 1. Вот. Теперь еще, чтобы не тратить кислород, заходим. Отмечаем ее так тоже желтеньким, чтобы видно было. Покидаем. 4. У нас тут достаточно, да? Окей. А что нам там надо на этот мотылек? Еще одна смазка, два стекла, энергоячейка. Значит, считаем 2 меди, 4 этих, 4 гриба. Так, но без этого мы многое не сделаем. Так, наверное, нам надо бы сделать этот. Ага, нет. Так,
А, блин, все время забываю. Так, 4, 5, 4. Внутренние эти. А, еще 2 надо. Блин. Так, 2 мины. Руда, 2 золота. Фух. Так, а это что у нас? 2 кварца, медная руда. Всюду медная руда нужна. Так, ладно. Извлечь. 3. Заменить. Заряд 0, заряд 90. И теперь... Так, еще кварц. Так. Еще кварц. И еще кварц. Так. Из пятерки мы вынимаем. Четверка. Перезаряжаем. И теперь нам надо, наверное, этот поставить. Еще один фундамент. Да, здесь будет комната. Общего назначения. А этот комната сканирования будет у нас... Оп. Что это мешает? А, этот мешает. Ладно. Их. Прямой стеклянный отсек. 2 золота. 2 стекла. А мы сможем прямо сейчас 2 стекла сделать? Ну, наверное, сможем. Так надо еще один кварц найти. Так. Вот у нас медная руда есть. Сканируем. И заныриваем в этот люк. Опа. Наверное, сделаем вот этот. И вот этот мы тоже сделаем. Так, куски. А где тут у нас внутренние модули? Не пойдет. Вот так вот. Ага. Нам надо 5. Значит, 3. 5. Так. Нет. Еще один кварц нужен. А, вот и он. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опа. Замечательно. Так, делаем еще одно стекло, берем строитель, так, оп, и вот так вот, к
красиво будет. Оп. А что нам надо? Медная руда, золото, образец, пластина. Так, ладно. Медная руда сейчас найдем. Так. Образец пластины. Так. Вот, ладно, этот мы берем. Где тут образец пластинчатого-то? Вот. Так. Ну. Не понял. Что за глюки? Так, вот медь. Оп. Опа. Вот. Теперь плывем доделывать, насколько там получится. Ага. Медная руда, золото. Образец пластины. Опа. Золото. Золото у нас есть в той. Надо будет, наверное, сейчас все сюда перетащить. Так. Ага. Титан. Ну, полезно, конечно, но конкретно сейчас уже как-то не особо. А так, это у нас что? У нас просто этот. О, медь. Отлично. Свинец. Тоже хорошо. И куда идем? Куда идем? Вот тут у нас есть еще. Будем надеяться, что опять медь будет. Нет. Но тоже неплохо. Так. Что это у нас тут? О, еще медь. Еще одна медь нужна. А, нет. Ух. Оп. Нет, все не то. Так, куда бы, чтобы этот... Ага, вот он где тут. Золото. Серебро. И... Ладно, поехали дальше. Оп, всплываем. Так. Золото мы добыли. Этих мы добыли. Титан. Не очень. Не, ну полезно, но... О, вот. Все, что надо. Так, теперь тащимся до нашей базы. И достраиваем. Опа. Общая прочность 9. Что у нас тут есть? Ага. Так, электроника. Размещаемые объекты. Нет, это нам не надо. Так, чертежи. Энергоячейка, два стекла, смазка.
Окей. Энергоячейка. Смазка. Так. Батарейка. Батарейка 2. Так. Оп. Внутренние. Медный провод. Медный провод. Хм. Так. Одна, смотрим, что тут мы можем сделать на этом. А, нет, дрон-камера. Улучшение дальности сканирования. Скорости. Микросхема, магнетит. Ну, магнетит нам еще не скоро. Что тут у нас тут есть? Вот, наверное. Так. Оп. Рифоспир. Ящик с данными. Кусок известняка. А, хотя какая разница, у меня все равно этого подсветки нету. Так. Надо выложить тут лишнее. Все. Все лишнее выложить надо. Так. И ползем-ка мы теперь до нового этого. Надо будет попить. Надо будет сделать этот. Так. Нет, это не надо. Оп. Переложить. Вот все забираем. Ну. Так. Ресурсы. Электроника. Открыть хранилище. Так, это мы забираем. Это забираем. Это тоже забираем. И это тоже забираем. Так. Употребляем. Употребляем. Делаем. Так, продовольствие. Водичка. Окей. Энергоячейка. Что нам надо? Два стекло и свинец. Так, вот свинец. Два стекла. Так. А что для этого? Медный провод и титан. Так. Медный провод и титан. Так, ладно. Надо еще одну медь найти где-то. Желательно срочно. Так, это тут явно не то. Так. Медный провод. Так, доныриваем. Так, где тут у нас? Нет, это все не то. Это тоже не то. Вот, будем надеяться, сейчас тут медь выпадет. О! Отлично. И плывем до нашей этой базы. Ага. Так. Ну,
заодно собираем всякое, что попадется первый попавшийся. Оп, еще и титан. Замечательно. Еще кварц. И теперь. Оп. Делаем теперь медный провод. Так, 4. А куда бы его разместить-то? Наверное, сюда вот где-то размещу. А, нет, так он висеть будет. Неудобно, неприятно. Да, так он будет висеть. Наверное, все-таки, наверное, вот здесь. Так, размещаем. Теперь ставим сюда, где тут у нас батарейка. Керпировать. Мы пьем. Так, вынимаем. Так, это тоже вынимаем. Это вынимаем. С пятерочки. Ага. Вот все заряжаем сюда. Надо теперь еще. Так, перекладываем. Тоже перекладываем. Так, ладно. Вот этот мы все-таки снимем. Заряжаем. И что теперь делаем? Что нам надо? Так. Вот он, что надо. Что нам надо? Чтоб не развалилось. Оп. Где тут у нас этот? Так, для строительства. Что нам? Свинец есть, слиток есть, стекло есть, маска есть. Хых-хых. Поднимаемся. И вот вторая, то, что мы делаем на эту серию. Все, что надо было. Это мы сделали мотылек. Это замечательная штука. Теперь мы можем гораздо более активно обследовать все наши закоулки. Потому что вот можем теперь не бояться, что у нас кончится кислород. На самом-то деле. Вот. Наверное, вот эту все-таки часть надо будет потом будет перестроить. На перекрестье. А вот здесь мы, наверное, разместим какие-нибудь эти, чтобы выращивать. Оп, а чё это я вышел? Залазим. И вот так. Так.
теперь нам надо отметить. Так, мотылек тоже желтым, камера дрон у нас будет оранжевым. Входим. И сюда вот экипируем. Так, что нам надо тут? Голос, журнал. Посмотреть. Потом я, наверное, все это зачитаю, если вы попросите. Так, база данных. Тоже, наверное, может, что-то почитаю. Угу. Противорад костюм, два свинца, два этих. Окей. Два золота, микросхема, комплект проводов. Ну, нам это еще долго не понадобится. Ну как долго, относительно долго. А, скользкие ласты, чип интерфейса. А, что нам для микросхемы, магнетит. Окей, ладно. Угу. Осветительная мачта, зарядка. Окей. Так, где тут у нас? Так, это не то. Персональные инструменты тоже не то. Снаряжение, вот плавучий насос, две штуки, и, наверное, вот эти вот все тоже заберем. Изготовить. А этот кончился. Ну да, ладно, в принципе, вот у нас тут сделали, что хотели. Ну, сделали глайдер, все как намечали, сделали мотылек, тоже замечательно получилось. Так что, думаю, серию можно заканчивать. Ой, а что это он там? В общем, серию можно заканчивать. В следующей серии мы, наверное, пойдем обследовать вот эту вот сеть пещер, которые мы вот нашли вот где-то вон там вот. Может, что-нибудь найдем интересное, прикольное. Не знаю, увидим. Ну, следующая серия будет, скорее всего, уже завтра. А до тех пор...